Всем привет! Заказали запчастей на наш мини-трактор. Заказывали на сайте мини-трактор РФ. Это в Челябинске он находится. Вот пришли мне две посылки. Плюс так еще купили некоторые детали. Давайте смотреть, что у нас тут. Давайте начнем с маленькой коробки. Значит, у нас тут тормозные колодки. Комплект по две штуки на колесо, их в сторону, рулевые наконечники 4 штуки, внутренняя резьба, написано XT. Достаточно туго. Сейчас смазать надо будет. Сразу же упакую их. Вторая точно такая же. Открывать не буду. Так. Вот такая вот коробочка у нас. В сторону. Что у нас тут? Конические подшипники на колеса. Это у нас 67206А. Две штуки их. Это 6305N подшипник с проточкой. Это, по-моему, на первичный вал. На всякий случай я заказал. Так, еще один конусный на колесо. Опять же, маленький конусный на колесо. Это у нас 7204А, либо 30204А. Тут два номера. 7204А, скорее всего. Правильно. Ну, их тоже два. Тоже комплект, с одной стороны, потому что сильно болтается колесо. Заказал новое. Так, также заказал новый насос. Еще. Это у нас Е306, хотя заказывал G306, по-моему. Тоже новенький. Заказывал, потому что пенилось масло. Я думал, это дело в насосе. Такой насосе. Новый, но он пригодится в любом случае. Поэтому пусть лежит. Всякий случай. Так. Ну, с этой коробкой у нас все. Сейчас будем большую распаковывать. Так, что у нас в большой коробке? Давайте я вам буду показывать. Первое — это руль. Как я говорил, заказал новый руль. Он обшит. Такая обшивочка. Тут шлиц, думаю, должен подойти. Так, вторая — это маленькая коробочка такая лежала. Давайте посмотрим, что в ней. И у нас втулки, 4 втулки. Это, скорее всего, у нас на цапфы, на поворотные. Точно я не помню, но разберемся. Можно было самим выточить, но это слишком долго. Так, тут у нас я заказал всякие шайбочки, медные шайбочки, тут резинки, регулировочные шайбочки. Это вот иголки на первичный вал, по-моему, они идут. На всякий случай тоже заказал. Сейчас уже не помню точно, куда каждое кольцо идет. Ну, потом будем ремонтировать и разберемся. Так, заказал новый сапун. Думал, он будет железный, он пластмассовый. Это сапун на гидравлику. Ну, это ладно. Все мелочь. Так, крышка топливного бака. Потому что родная болтается. Заказал новую. Так, это у нас прокладка под глушитель. Это у нас
По-моему, ремкомплект гидроцилиндра. Резинки. Тоже заказал. Так, это ремкомплект на гидронасос. Тоже на всякий случай. Заказал еще один. Один я уже поставил. Так, опять же, регулировочные шайбы. Это, по-моему, на дифференциал, наверное. А может быть, на ось качения. Точно не помню. Разные сальники. Ну, тут сальник у меня. Вот этот вот маленький. Это, по-моему, сальник идет на рулевой редуктор. Эти сальники не помню откуда. Так, вот эти резинки с колечком, с резиновым. Это на, тоже на поворотные цапфы идет. Тоже новое заказал. Так, пружинки, которые идут на тормозные колодки у нас стягивают. Там еще одна в коробочке. Так, ну с этой коробочкой все. Давайте смотреть следующую. Вот у нас еще две коробочки. Так, коробочки первые. Это у нас крышка ВОМа. Там обломана была на моем тракторе. На всякий случай заказал. Копеечная. Так, затем втулки. Втулки, по-моему, идут на ось качения. Так, дальше. Втулочка еще одна. Это на рулевой редуктор, который я показывал в видео, что она разбита, говорил. Скорее всего, это она. Пружинка. Пружинка это на выжимной подшипник. Упорный подшипник на цапфу на поворотную. На ступицу на поворотную. Распаковывать не буду. В интернете можно найти их номера. Ну и еще один подшипник. Такой же, на вторую сторону. Так, с этой коробочкой все. Вот еще одна. Ага, топливные фильтра. Заказал вот их я три штуки. Один я уже поменял, поставил. Но у меня с одной стороны тут вот маленькое отверстие. А тут большое такое же. Тут два одинаковых. Но я поставил, шайбу подложил. Там еще резинка вставляется и шпилька идет. Думаю, ничего страшного не будет, походит. Так, с этой коробочкой тоже все. Смотрим дальше. Это у нас трубка высокого давления, запасная. Диск сцепления. Тоже посмотрим, в каком он состоянии. Но, скорее всего, новый поставим. Хотя, может, и родной нормальный. Тоже на запас останется. Выжимной подшипник. Подшипник, конечно, так себе. Очень так себе. Возможно, его поставим. Возможно, вазовский сделаем. Там посмотрим. Так, это у нас муфта запасная. Эластичная. Опять же, видео говорил то, что в комплекте шла у него одна муфта. Там стоит, скорее всего, родная. Но это тоже пусть будет запас. И комплект патрубков. Вот он. Патрубки у меня полопавшиеся. Заказал новые. Смотрим дальше. Дальше есть вот такая вот коробочка. Это у нас блок фар. Вот так вот. Блок фар от Уральца. Хотел заказать вот эти вот отдельно фары. Их не было в наличии. Заказал блок целый. Но он не подходит немножко. У меня поворотники вот эти вынесены в верхнюю решетку. А тут идет такой вот скос прямой. Тут, как видно, вот так овалом еще поворотник ставлю. Даже если к моему не подойдет, то сами фары можно будет снять. Хотя, может быть, и сделаем полностью с пластмасками, с поворотниками. Видно будет. Как я говорил в видео, у меня одна фара разбита, на другой сломан отражатель. Такая красота. В коробке остались различные прокладки. Там прокладки под клапанную крышку, под масляный насос, под крышки коробки передач,
так далее. Это то, что я купил в тракторном магазине. Это палец ДТшки. На заднюю навеску нижняя ось. Она идеально должна подойти. На сайте мини-трактор РФ там 980, что ли, он 940 ли рублей стоит. Эта ось. В тракторном магазине 200 рублей. Но она по размеру вроде один в один. Это мы посмотрим потом. Также взял массу новую. Поставим. Стопорные колечки на шеске. Это датчик давления масла, который идет на лампочку. Это вазовский. Его постараемся тоже поставить, сделать зуммер на него. Новый амперметр вазовский. Указатель температуры тоже уазовский. Указатель давления масла механический от МТЗ, по-моему, сейчас скажу. Просто манометр механически написан. Это 6 атмосфер. Новую лягушку купил тормозную, потому что старую сломал. Уже пробовал соединять, вот фишка у меня. Она получается нормально замкнутая. Мне надо нормально разомкнуть. Наоборот, он работает. Либо я что-то не так поставил там. Но разберемся потом. Значит, глазки. Датчик включения вентилятора от газели. Газовский на 87-82 градуса. Тоже будем все через него цеплять. Он будет у нас как предохранительный. Я потом чуть позже покажу, какую я хочу систему сделать. Масленки. Этот у нас датчик температуры ТМ-100. Тоже будем его внедрять. Лампочки. Опять тавотницы. Ну и шески. 20-я шеска и 25-я. 20-я пойдет на верхнюю тягу, 25-я пойдет на нижнюю тягу. Выточим под них обоймы. Сделаем доводницу, чтобы все шприцевалось. Хотелось бы рассказать о работе сайта Минитрактор РФ. Вечером я сделал заказ, в этот же вечер я его оплатил. На следующий день они мне его собрали, на третий день они мне его отправили. Доставка до Свердловской области из Челябинска заняла примерно 4 дня. Но это достаточно быстро. Почта России. Стоимость доставки у меня вышла 1000 рублей, хотя по телефону они мне говорили 1500. Но это, скорее всего, из-за того, что у них не было наклеек «Уралец». Я заказывал две наклейки, они мне не пришли. Стоимость их как раз была 500 рублей. На эту сумму они мне, скорее всего, сделали скидку на доставку. Ну вот, как-то так. Всем пока.